с основной игры. Это да, крюк. Курю-кошка есть. Курю-кошка. Курюк. А, ну Санёк все сделает. Сань, видишь? Ну, звук вроде норм, все пошло. Ага, хорошо. Так я вешаю оно. Шо... 27 отмычек. Да, у меня тоже. Надо не заводить. И ни одного дробовика, кстати. Аптечки бы надо накупить. А то, блядь, я вас знаю. Привет, Дэрон Дэн. Первый зритель наш на сегодня. Здорово. Здорово. Бонжур, ёпта. Бонжур, ёпта, да. Так. Здорово, пацаны. Так. Ну-ка, а как тут? Здорово, здорово, здорово. Сейчас пейте этот зелененький, а я другого цвета. Мы что сейчас сделаем, ребят? Ждем, что-то Денис там крафтит молотого, скорее всего. Да. Не запуляй меня, я пока не сверну. Не, не молотый, я обвесы на свой ножичек хуярю. Денис, у тебя до какого каникула? Спрашиваю. Не знаю. До сентября. До сентября. Так, я вроде что-то скрафтил, а что-то толку, блядь. Ну, а стволы скрафчены, остальное не важно. Погнали. Так. Найдите Ладно. Выход из канализации. Судя по мини-карте, выбор очевиден. Бля, я про... Не-не, все правильно выйдете. А, наверх нельзя было. Окей, хорошо. А ты что, сайт отыграл в фолловинг? Да я, чтобы затестить, чтобы все хорошо у нас было, прошел немножко совсем. Прошел всю игру два раза. На платину. Да, без смертей, без смертей. На разных консолях. Да. Это красиво. На ютубчике две концовки посмотрел, какие там будут. Ничего, а мы до конца будем проходить? Сюжет. Посмотрим. Так она же короткая, поди, это же DLC. Не. Ну. Ой. Это Соло Самурай подписался на 12 месяц. Спасибо. Да. Год с нами, дружище. Спасибо. Это весьма трагично, но спасибо, да. Да что? Ты что, упал? Второй раз уже, почему я не могу пройти DLC до конца, ладно. И потому что это, разбаловал тебя город. Да, походу. Мне говорят, что я лох. Вот это новость, ребята. Но вообще сейчас, конечно, Саня сейчас там бан раздаст за это. Буду как Заки банить вообще за все. Кошка есть, если честно, просто всякий случай говорю. Так я с его помощью третий раз наебываюсь уже. Ой, здорово, Гюнтер. Красота. Здорово. Сейчас целом так, ну что, прыгаем вниз? А я вот думаю, может, давай вот за те вот зацепимся справа, которые, видишь, такие? Да хоть тут думать. Нет, прыгаем вниз. О, рыбкой! А что, у вас все играют, да? Да. А вот и рыбки, кстати. А вот и труп. Такого чувака, который не особо... А, блядь, можно на труп залезть, смотрите-ка. Или нельзя? Можно оседлать его. Ты как Аквамен, а этот вы дельфин. Как этот? Гнилой дельфин. С этим Редфилд, там фильм какого-то. Побег из тюрьмы? Нет. Ну, Гарри Поттер, Редфилд. Замечена охотничья вышка. Ебать, мы что, в Far Cry? А чё, он где-то еще снимался? Ну, там труп играл. DLC проходит за 10 часов, если идти по основному квесту. Сколько часов? 10. 8 часов я лонгплей видел. Ну, тот мы, там, где было написано 18 часов, мы прошли за 9 основную сюжетку. Ну да, так что можно. Так что эту пройдем минут за 20. Ребят, на вышке есть штуки всякие. Подходите. Там Влад Берн подписался 10 месяц. Читали, да? Нет, спасибо, что подписался. Что. А где какая вышка сойдет? А. Я вот на ней уже. Чего? В чате было. Ух ты ж, блядь. А что вы там делаете-то? Мы идем куда-то или что у вас? А вот здесь фермерский серп. Человек швейцарский нож. Человек швейцарский бомж. 40. 44, ну такое. Ох, нихрена себе, вот эта сабля, ты смотри. А, ну это какая-то запятнанная ножовка у меня написано, по крайней мере.
А у меня коса. Запятна ножовка. Да, у меня тоже коса. Еще она новогодняя. А что, Саня, с вами я не вижу в списке ников. Я кушаю. А, он еще не подошел. О! Куча мусора, тенты, машины, даже враги снижают урон при падении. Но это... А тут враги уплотненные, что ли? Да нет, враги умирают, как обычно. То есть никак. Да нет, слушай, по-моему, даже легче, чем. А здесь нет режима вторжения? Сука, что за говно? А почему не работает мой этот Justice from above? Может, недостаточно хорошо прыгнул? Да, через него прыгнул. Чуть не работает, а чё-то альт надо жать же, да? То есть, в смысле, присесть кнопку? Я хз, у меня нет такой штуки, если чё. А по-русски? Ну ладно, чем? Ой, ну, да, я по-английски не знаю, как называется. Ну что ты делаешь? Ну когда ты в этом, падая сверху, ты... Ой, это человек был. Прикладываешь чувака. Я, кажется, в кого-то выстрелил. Удар надо просто. Просто это... Привет, чатик. А я прицель жму. Кнопку атаки, говорят, зажимать надо. Зажимать. А нажимать, нажимать все-таки. Far Cry 5 проходим, это Far Cry 0.05. Путь наружу. 0.5 это как это Саня любит. Ну, знаете, люди, которые не обращаются. Ты в этот лофт оценили вообще? Угу. И чё, кто-то впервые прошел Dying Light в коопе? Ну, в смысле, вообще прошел? Я впервые вообще прошел Dying Light. Так! Нет, это не то. А, пацаны, мне говорят с этим... Ну, ко мне идите, это какой-то чувак. Альт, то, что я говорил, это альт. Ты в прыжке зажимаешь присесть, ну, в смысле, у меня это присесть, и он ебашит об землю. Только почему-то не ебашит. Что? Иди к нам. Что, все друга нашли? Говорят, Кшиштовский тут какой-то, походу, говорит, да? Я так и думал, что ничего важного не скажет. Так нам надо найти чувака с несколькими такими, видимо, надо. А, ты вот сверху должен спрыгнуть и этот раскидать зомби, так? Ну да, просто удар в воздухе. Двухручный должно быть. А, точно, уже прикладом ебашит. Бля, точняк. Ну-ка. Во, видите, тут еще стоит какой-то... Блядь, все равно нихуя не работает. А, ему в сейф-зоне же, еб твою мать. Ну там кувалды, короче, вот это то, что в двух руках. Фаер-шоу с молотами, я уже Дениса пытался поджечь. Сидиус 51 Рус, я узнал, кто такой Кшиштовский буквально неделю назад. Это оказывается, блядь, психодозер. А психодозера я знал, но я не знал, что это Кшиштовский. Что такое психодозер? А, ник психодозер. Психодозер, ну типа из тусовки Мэдисона когда-то давно там. Да весь интернет вышел из Мэдисона. Оказывается, что это Кшиштовский. Ну, да, того же Хованского Мэдисон. Тут подойдет. Закрыто. Вот, с этой бабой еще можно поговорить в капустной грядке. Говори, блядь. Ну, да, нам только сказано, тебе надо поговорить. Ну здесь. Да, то это написано же, нужно со всеми попиздеть. Я только больше пугает, что, ну, это самое, блядь, собираться всем, что у одного чувака, это очень странное дерьмо. Да-да-да. Надо просто не разбегаться, а... О, Red Crown, спасибо большое за подписку. Вон какую-то чушь. У тебя опять отображается подписки? Нет, крайне нет. А по звук? Звук слышу, да. Inside in the barn. А что из этого? Вот это барн? Ну, либо вот это, либо вон то. Наверное, вон то, там, где дверь открыта. Пишут вам барни. Что-то из этого коровник. Вот это коровник. Вот этот чел? Да, он похож на квестового этого. Чем? Бородой? Ну, он пиздато разодет, смотри какой. Самый модный на районе. Да. Остальных даже одежды не было в натуре. Крым бабы. And yet, you still live.
Take some bread, my friend, and go back to Haran. No one wants you. Это сюжет уже вы проходите? Или... Да. Или побочек? Мы не проходим побочки. Что? Зачем? Быстрее пройти. Зачем? Lena, this is Crane. Do you copy? Здрасте, боремся с коронавирусом. Здорово, Артём. Да. Как видишь, изолировались тут. Полно. В деревню уехали. Изолируемся друг с другом, так сказать. Тут придется проходить часть побочек, ебать. Ой, еб твою мать. Это, кажется, финал. Шкалу забивать, как в этом. А, в джаскозе. Может, тут левел есть? Типа, не пустят, пока не докачаешь? Как-то. Сейчас узнаем. Оптика или челлендж, бати? Да это ж ты! Ну да. Ну, похоже, да. Очков не хватает. Сайда туда с риторикой или челлендж, бати. Ретартикали. С оптикали челлендж. Сади вертикали, как известно. Хала доверия, говорят. А я горизонтали челлендж. Вот это склад мечты. Денис, ты что, ролики не выпускаешь пока, что ли? У меня каникулы, отстаньте. А сколько? Да. Зачем вот носят пустые ящики с таким видом, как будто он чем-то занят? Имитация, блядь, бурной деятельности. Ты бы, блядь, в такой хуйне жил. Те текстуры не прогрузились. Он еще от одного конца машины на другой переставляет, блядь. Да, да, просто. А потом, а в следующей катсцене обратно будет носить, да. Зато поработал. Я вообще охуел от такого, блядь. Да, такой, ты что, мудила пустых ящиков принес? Помнишь, я вчера говорил, что Darkest Dungeon на сложном прохожу? Сегодня довъебывался, убил своих на ебаном мини-боссе, у которого шанс появления 3-5%. Пришлось заново начинать нормально. Ну, как говорится, хард мод для того и нужен, чтобы страдать. Как говорится, play stupid games, win some prizes. Там же можно новых героев найти. Ну, видимо, на харде может быть смерть одна... Ну, смерть всех — это сразу пермодеж, типа. Пойдем. Ищите машину. На базе все равно эти бойцы остаются. Найдите вехо. Хуй знает, как это работает. Вот-то! Что он вот-то? Что он там увидел такое? Да, это какой-то большой чувак. Где? Там валяется. Ой, это господи, Денис. Они умеют. Что такое? Что у вас происходит? Чё-то, да, блядь, кстати... не работает этот мой ёба прыжок. Чё за хуйня? Даже с винтовкой. А может, он тебя это сбросился? Проверь потом. Да нет, не сбросился, я посмотрел. Почитал, как его делать. Да причем винтовку, рукопашное оружие должно быть. Да, он же слэм делает, типа кувалда или что-то двуручное. Да, он бьет по земле, и люди эти, вот, в смысле, зомбаки тут летают. Да, это ж прям в описании обилки написано. Нужно двуручное оружие. Ну, ударил бы винтовкой, чем двуручное оружие. По яйцам себе причем. Бей своих, чтоб чужие боялись. Яйца, чтобы чужие боялись. Вот так. Бля, да они тут лазят по... В городе такой хуйни со мной не происходило. Ну, они какие-то бешеные какие-то. Роднеки, одичавшие. А что будет, если в зомбака кинуть крюком этим? Ничего не будет. Он дамажится, по-моему. Нет, это если ты сквозь него кинешь, куда-нибудь зацепишься и через него пролетишь. Ну ты как-нибудь не притянешь его или к нему не притянешься? Нет, по-моему, тут не работает. Ой, тут люди, по-моему. Да, так и есть. Ой, это еще и враги. Не. Ух, кто это что, сделал? Что это взорвалось? Кто-то выстрелил прямо в меня. Бля, как вот это... Что это взрывается-то? Что за хуйня? Сейчас бочка... Отрезание жопы. Блять, у меня патроны заканчиваются. Есть магазин где-нибудь поблизости? Ой, а чё по мне стреляют-то? What the fuck, мазафака? Это я попал. Бля, пацаны. Я попал. О-о-о, я мужика разрубил пополам. Прям сверху вниз. Фу. Может, а я того пополам туда... горизонтально. Сейчас. А чё вы туда побежали-то? Нам же к машинам надо. Ну, я у машин стоял, ты куда-то побежали. Не, я пошел добивать чуваков. А, украдите машину. Ну давайте украдем машину.
А мне машина не досталась, да? А, не досталась. Так, а вид от... У Сайдзу так башка трясется, когда он попадает в эти самые. А ты что, к нему на заднее сиденье сел? Да, а куда мне еще садиться? Две машины, все. А, я не знаю. А, нет, третья еще есть, какого хуя? На коленки садись. Нет, Заки, это тебе оставлю. Добери до машины. Нет, сам заберу. А третьего лица нельзя включить? Я там что-то, кстати, показывали какое-то управление, но я что-то не увидел ее там. Возможно, нет, там было только вперед, назад и выйти. Это ты тут бочки раскидал? Не знаю, я в зомби раскидал. Говорят, нельзя. Окей. Да блин, такая трава смешная. Нихуя себе, у меня хпшечка кончилась от чего-то. А чё не так-то с ней? Вроде нормальные, красивые. Я тебя в стену врезался. Такая, чуть-чуть лучше, чем в Скайриме. Короче, чем больше зомби избиваешь, тем больше кач идет. Качу. Чем больше что? Машина отдельно? А, да. Вот, точно, драйвер еще. А, сверху, да, качается. Да, трава вот эта, которая, ну, типа, что? Нет, нет, да, ничего не происходит. Это Кармагеддон происходит. О, у тачки еще и элементы ломаются слева внизу, я вон сейчас увидел. А вот у меня происходит, кстати. Надо бы как-нибудь нам во Wreckfest всем поиграть. Человек. Ебать, прикинь, меня сразу убило. Меня сразу убило. На нормальном сколько челов игра дает убить? Слушай, хороший вопрос, я вообще не помню. Сколько челов игра дает убить, что? Да это про Darkest Dungeon. Мне говорят не ломать тачку, ну, блять, убедили, ладно. Нахер она нужна, если ее не ломать? Там дадут нам потом другой дадут, наверное. А что про Darkest Dungeon что-то послушал? Сколько людей можно убить на нормале, чтобы гамовер случился? Да. Нисколько. Там нет, по-моему, такого. Так я говорю, пока ты можешь нанимать. Там, конечно, можно закончить, когда у тебя ресурсов нет уже, денег. Нет, там ты просто свою помойку так запарковал. Отправлять оперативников своих. Героев, в смысле. Денис, выйди за ворота. Так а вы это... Я имею в виду, давайте идем или что? Если там свою команду хорошую, прокачанную, ну, твоих любимых героев всех потерял, то да, ты набираешь тех, что сидят в таверне или где-то. Да, набирает лучше новых, чем это заново игру. Чувак, он пишет, что игру заново начал. Нет, он начал на харде, потому что его заставили, я так понял, нет? Или потому что он своих любимых потерял. Типа персонажей прокачанных. Кстати говоря, после обновления страницы чатик сохраняется последние минуты. Ой, какая-то баба. Говорят, не дадут новую тачку, придется чинить. На сложном 12 максимум дают убить, Сань. Вот видишь, что Гюнтер говорит? Ясно, ясно. То есть 12 я три команды потерял, то все. Тут надо тачку прокачивать, чинить, ебать, сука. И при этом у нас две тачки на четверых всего, да, я так понимаю? Нет, три. У каждого своя, да. Да, вон чувак пишет, что он с другом проходил игру, я ездил и стрелял, а он водил. В конце DLC соло-миссия с гонками, у меня машина не вкачана, и гонку я не смог допройти. Друг прошел на изи, ибо тачка вкачана с мощными деталями. Вот так вот. Так это побочка же, по-моему. Смотри, Зак, ее зовут Эсги, она, наверное, русская. А, Сайд, это тебе вопрос. Почему ко мне? Тебе что-то русские мерещились. А почему ты у меня сначала спросил? Потому что ты Сидор. У меня акцент какой-то не русский явно. Эсги, я впервые такое имя слышу. Может, это погоняло? Погоняло, блядь. Обытая вера, так это сайд-квест, по-моему, слушайте. Вроде на Steam, вот, наверное. Глянь про квесты. Ой, есть. Мы не сайт взяли случайно. Какие квесты? Что? Это не сайт-квест мы взяли, глянь список квестов. Нет, это обычный. Нет, это сюжетный. А, просто у нее же сайт дается, все, у меня восклицательный знак сбился. Ну да, он сказал, типа, потеряться в доверии, и вот этим сейчас надо будет помогать, чтобы мамку... А здесь тачка качается, конкретная тачка, или я могу сяду в любую? А, да, они вообще зелененькие. Твоя голубая, моя, судя по всему, белая, Петя зеленая.
Вот Петя сейчас мою тачку зачем-то сел. Это моя тачка, не гони. Вот твоя, твоя зелененькая. Вот. Не гони. Это твоя зелененькая. Ты зелененький. Нет, нет. Я сижу в тачке оттенки. Вот, и это тачка моего цвета. Шо, вон, моя машина. Ой, все, короче. Вот белая тачка стоит на мини-карте нарисована. Петя, твоя белая тачка. Почему моя белая тачка? Твоя белая тачка, по-моему, отображается. Нет? Вы бы, может, в менюшку зайдете и раскрасите, ну, в цвета, чтобы отличить можно. А, не-не-не, Петя, по-моему, правильно тачку выбрал. Она как раз такого его оттенка. Кажется. Подождите, смотрите, да сайд, а вот эта, сайд, возле которой я стою, гонит, она какого цвета? Всегда. Синяя. Твоя синенькая, да. А, ну все, значит, ваша у вас отмечается белым, а чужие тачки отмечаются цветом их цветов. Ну вот я и говорю, пусть знает, я в этой я эту тачку такого цвета достал из гаража. Ко последнюю. Блять, сельтоник, Петь, не забывай об этом. А, кстати, да. Сейчас у тебя не будет тачки. И гей, к тому же. Скажите, как тачку красить, чтобы Петя от меня отъебался. Красиво. Так, спасибо. Тачку. Во, апгрейд. Вы, короче, выходите из нее, целитесь ей на капот. Ой, блять, а тут зомби, ёб твою мать. Не время и не место я выбрал. И чё, и где ее раскраска? А, вот персонализация. Я буду гнев в пустыне. Ты будешь... Друзья называют меня гнев в пустыне. Друзья, я буду гнев в пустыне, но друзья называют меня Додик. Так. Меня зовут Жан. Антон, но друзья зовут меня сосать. Я забыл просто этот отзыв в стиме. А чувак что-то купил, и на следующий день оно с 90% скидкой было или что-то такое. Бля. Четко. Кстати, тут это у нас, это, судя по всему, это есть индикатор топлива. Да, у меня стрим отвалился. Не работает. Саня, ты чё не заходишь-то? Всё, я заел. Чё ты ел? О, блядь! И курю. Салат? Блядь. Так, стоп, подожди, а выйди из машины, кто там со мной, Петя. Сейчас выйду. Да, я могу в твою сесть, слушай. Чисто ради... Ну-ка, подожди, а при этом она... Ну-ка, подожди. При этом, да, я выхожу, и она твоего цвета. Что это такое, свои. Блядь, мне подзатыльник отвесил, зомбарь? Ты что делаешь? Пацаны, короче, ты... Денис своей сракой машину раскрасил. Нет, это моя раскраска была. Короче, надо ехать давить зомбей, чтобы качать тачку. Пацаны, а там вы магазин где-нибудь видели? Это у меня патроны вообще на всем закончились. Воу. Они после задания посмотрите за людьми у колонки в деревне. Ок, ладно. Да, там несколько раз писали. А где индикатор разъебанности этой машины? Да, мне кажется, вот эти вот слева, видишь, это мигают, это вот когда ты что-то делаешь неправильно, они это ломаются. В смысле, я просто еду по дороге. Ну, значит, уже сломались, наверное. Не-не, они, скорее всего, краснеть будут, ну, мне так кажется. А, ну вот, я заезжаю на пересечённую местность, и у меня начинает подвеска мигать, типа, наверное, мне говорят, заходите, типа, да. Так, моя тачка белая. Да, твоя тачка у тебя отмечается белым. У всех она отмечается белым. Ну слушайте, давить зомби веселее, чем бить зомби. Да. Я тут уже все поле выкосил. Жмите Б. А тут трактор будет интересно? Комбайнеры! Было бы пиздатенько. Ой, это что там такое? Хуйнити, кто верспотит? Зачем пить воду, от которой нет диареи? Такой смысл вообще? Смысл? В динамике. Таркан — это такой певец был, который пел достаточно заебывающие турецкие песни в свое время. Прикольно, песня какая-то была. Зато его этот Киркоров перепевал. Ну да, типа того. Сань, ты заходишь к нам? Fuck you, asshole. Вот это разговор. Вот так вот, блядь, допизделся. Он меня должен... не ожидал. Он меня должен ожидал, был... когда он нас пиздил, что сейчас еще три человека за мной заспавнится.
чё мы не поделили-то внезапно? Убейте бандитов. Не знаю, я сказал fuck you, asshole. О, тут оружие Таркана есть. Ну-ка, сколько оно дамажит. 988, при том, что у меня максимальное дамажит сейчас 240. Чего, блядь? Ну, добро пожаловать, дополнение, чё? Я что-то ничего не понимаю. А, ну это как в Вове, да. Новое обновление выходит, весь твой фиолетовый шмот, он говно по сравнению с зеленым новым. Чё поделать? А чё они косят по мне? По мне стреляют, и никто попасть не может. Читы какие-то активировали, что ли? Не знаю. А вот же это, ящик какой-то пиздатый. Ну-ка, да, так и есть. Да! Я промазал по чуваку, и тут к Пете такой влетел с тесака. Пацаны, новые стволы в этом ящике, заходите. Автомат блоха. Угу. Топор квоздодер. Нахуя они рифмуют эти названия? Саня, ты где? Да, так, сейчас. Оружие Таркана Дуду. Да, все так. Я сейчас слушаю эту песню Дуду, я вспоминаю, что это такое было у него. А где еще бандиты? Еще, пацаны, это ящик какой-то, но тут ничего особенного, по крайней мере, у это меня. Это зомби. А может они внутри сидят где-нибудь или тут? Да я тоже думал, здание какое-нибудь зайти. Ничего себе, тут кошельков 6 штук лежит. Кожана. Я еще один ящик нашел. 7. Ну сейчас много чего интересного найдем, я чувствую. Ну, судя по всему, да. А нам тем временем нужно еще отдефитить бандитов. Да, они сами там разберутся, нормально. Вот это самая пиздатая мачете, которую у тебя. Фермерский серп я нашел. Не знаю. Так, еще какой-то трудный замок. Денис, у тебя говоришь отмычек до хера, да? Да, где? Сейчас я попытаюсь разок. Тебе отдам. Это музыка нету. Пока нихуя не происходит. Не, заебаку я не буду играть. Во-первых, здесь, наверное, нельзя на. О, смотрите, тут какой-то черт бегает. Ладно, теперь уже есть. Без головы. Ходи. Вот здесь вот. Узнаете, кто кричит. А чё эта хуйня не... А, ломается, но её починить нельзя будет, я понял. Можно ли здесь торгаться? Пацаны. Мы не знаем, Зеки. Открыл, Сайдер. Хорошо, чё там есть? Сейчас посмотрим. Смазка. Лубрикант. И деталь двигателя. И турболубрикант. О, можете установить новую деталь, прикольно. Ну, это... Это, конечно, да. Блять, у меня... Не хватает места в рюкзаке. Максимум 8 слотов. Чё? Да ты, кажется, какая-то. Прокачал просто, на самом деле. Там мне до хера места. Потом налево, направо. Ну, надо с крыши заходить, короче, я понял. Ща. Саня, ты так там цепайся давай. Так, сейчас. Так, а мне надо досы заходить или... Да, к нам фоллинг. Просто загни там, приконнектись к нам. Сейчас. Вот, что-то похожее на вход здесь. А если его купить, оно отдельно скачивается? Или как? Нет. Нет. Здесь, пацаны, ход. А-а-а. Ебать, ты умный. Знаете, я дома сейчас обошел. Это он кричал. Ебать. Он без головы шел или мне показалось? Я сейф зона анлокер. Освободите заложника. Это не заложник. Почему это он? Ой, слава богу, это сейф зона, а? Петя опять практикует свое вот это вот с канистры, я смотрю. Кстати, по поводу радуги, кто-то пойдет потом после Dying Light или нет? Заки, написали же, да, пойдем. Ты чё? А чё это за циферка один у тебя, по-моему, только Криса написал по поводу 1. А чё это за циферка один рядом? Где один? Да вот, рядом с твоим ником. А, Саня, ты не видит своего ника? А, ну это этот, как его... Легенда. Я старого взял перса, короче, заебался за вами бегать. Ну что, блядь? Ишь ты, блядь? Что происходит?
Ой. Оу, щит. Щит. Что происходит? Помогите, Даня, вопрос, братан. Что делать, только скажи. Пацаны, нам как будет ему помогать, что-то делать надо? Ну. Ну помогай. Мы-то чё? Drive along the pipeline to the main valve. Надо ехать туда, к main valve. Поехали. Что произошло? Задание на время, говорят. Да, вон таймер тикает. А, вы ушли уже, блин. Я, почему моя машина так далеко-то, ёп? Я тоже сейчас не понял, что так далеко. А, я понял, потому что мы там нажали Б, ну хуеть. Петя, вези нас на нашем тачком, ты чё? Да Петя сам быстрее доедет. Петя, едь просто на точку едь, мы к тебе телепортнёмся. Так, у меня тачки не будет, да? Есть, она просто, да, видишь, далеко-далеко, Сань. У тебя она белым помечена цветом на мини-карте. А, вижу. А, вот сайт этовская. А вот и моя. Бля, ебать, тут синематика завезли. Ну твоя, Сань, далеко, давай я тебя подберу. Прыгай ко мне. Запрыгнул? Угу. Ой. Запрыгнул. Бля. Ты чё? Врезался. Мне кажется, надо на капот машины поставить что-нибудь шипастое. Вон еще одна тачка стоит. А, это Санина, видимо, да. Ты меня лечишь, Саня, что ли? А? Ты меня лечишь или это я себя лечу? Не знаю. Я себя лечу просто без анимации, понятно. Ну, машина так еще неплохо сделана. Ну, кстати, да, управляется балдежно. Блять, я проехал мимо. Конечная. Конечная. Блять. Было явно не сюда, черт. Чего там, подергали что-нибудь? Я нашел, кажется. Смотри, как... все, вы успели. А как выйти-то? Зажми F. Ага. Надо потом за Саниной машины сгонять, а то он так и будет вечно попутчиком ездить. Да, я его подброшу. Чё, опять нашёл? Ну, всякого говна. О, Марли. Фишки. А вы куда-то вниз пошли? Ну там, где я взял этот самый. О, Сайда, тут сундук. Давай, давай, открывай. Бичевка. И все. А вот еще сундук. Взлом трудный. Бля, я из-под воды его взламываю. Ты не утонешь? А ты как-то печально выглядишь. Смотри, как Петя замок взламывает. Вот здесь, пацаны. А, все, он уже взломал. О, коса. Там шевый мешок. Нашла коса на камень. Идет война на память. Лед! Именно это. Замшелый мешок. Погнали отсюда. Нам поговорить с Джасиром. Это, по-моему, тот вот любитель перекладывать ящики. Так, моя машинка где-то там. Санек, садись, подвезу. Не, кстати, остальное оружие, которое я здесь подбираю, оно 240, 210, такое же, как было. Это просто оружие Таркана такое ебучее. Что значит Таркана? Это персонаж? Заки, мы только что обсуждали, что персонаж Таркан, ты чё? А у вас есть пистолет Раиса? Fuel Economy.
Нет, пока у меня нет. На брошенных машинах на заправках. Как это нет? Вы за сюжет же прошли. А, блять. Потом найдем. Ага, короче, надо с тачек сливать еще топливо. Кажется, мне Санек это красное топливо, так что, возможно, сейчас мы на твои, блядь, поедем. А как сливать с тачек? Удерживайте, искать. Емкость топлива. О, прикольно, просто подходишь к тачке со стороны бензобака стоящей. Жмешь искать, и тебе пишут, емкость с топливом дали. А где бензобак у моей тачки? Направить сзади подходишь. Так, ну-ка, давай попробуем. Ну, прикольно, пара емкостей, это полбаков. Так, open. Hold search. Looting components. А, разборка еще без под капотом, машин. Короче, можно находить. Да, прикольно. Понял. Ну что там? Нажмите кто? Ну все, да, нажал. Так. А бензин я вот что-то не нашел в тачке. Болты. А, во! Бензобак. Empty. Пустая машина, окей. Да ты охуела, блять, я ж тебя убил. Повышение уровня вождения, когда я сквозь толпу мертвецов еду, которые мне... Она в меня говном кинула? Говно и кинула в тебя. А мразиши нет такого здесь персонажа, случайно? Интересно, что у него было бы за оружие. Ага. О, нашел фуил. А ты не в первой же попавшейся машине нашел фьюл, да, я полагаю? Ну, во второй, но я тут стояла медицинская, в ней, я так понимаю, всегда есть. Медицинских, а. Полицейских. А тут нашел это кучу машин сломанных. Зачем мне болты, чтобы чинить было или что? Слушать транспорт. Чтобы починить поврежденную часть, нажмите H, пока она подсвечена. А у меня ничего не жало. А тут, кстати, трудный этот сундук открыл, если кому интересно. Состояние... Так, еще а, убираем, вот, состояние пишут. Надо. Угу. Починить. Одним болтом оно чинит. Ну, прикинь бы, как в армии надо было все чинить. Таская из другого конца карты сраненькое стекло, через которое вытекает бензин у вертолета. Да, блять. Да. Помню, что славное время. Что? Топливо. В бензобаках. Ты подходишь к этому, к машине. Да, к любой. Там, где у нее заправлятель. А, в других тачках надо искать? Да-да-да, не к своей, а к любой другой. А ты в своей думал? Так, я могу... машины, это моя машина, хорош пиздить у меня топливо. Сади говорит, не к своей надо, и стоит с моей, сливает топляк. Пиздец ты прапорщика опять включил, а? Нет, по-моему... Иди нахуй, вот что я тебе скажу. Да не, по-моему, нельзя. Да не, нельзя, я пробовал. Поэтому нужно топливо, да, можно только подзаправлять чужие. О, вот полицейская тачка. Короче, я обшарил 5 машин, пока что нашел топливо только в медицинской. И сейчас, скорее всего, я найду в полицейской. Я в обычной нашел, если честно. Не, я в двух обычных находил, в грузовичке и в этой самой. Так, позволяет создавать. Машину прокачать не забудьте. Я прокачал, движок поставил, да. Навыки, я имею в виду. А. А чего мы тут вот не захватили? Надо, может, захватить домик-то? Ну сейчас, погоди, разберемся. Мне вот интересно, на стриме почти 400 человек, хоть кто-нибудь записывает игры, которые он прошел, куда-нибудь там в блокнотик или типа в Excel в какой-нибудь, или от руки куда-нибудь? Типа чисто список кто-нибудь ведет? Вот, чисто список? Ну да. Ну я ну, типа так, за чисто. Время, ну где-то около 700 игр прошел. С 13-14 лет записывал игры, пройденные. Вот что я в Твиттере, типа, написал на этот счет там, зафоткал даже альбом. Если что, там можете отписать. Сайдет, тебя жрут. Да, я аптечку пока крафтил, дальше не сожрали. Спасибо, Петь. Так, я захватил, что ли, эту, да, хуйню? А, похоже на то. А вы магазин, пацаны, видели где-нибудь здесь? Ну, на базу поехали, наверняка там будет. Поехали, да. Врум-врум. О, отсюда машину, кстати, можно вызвать с этих зон. Что значит новые стороны деменции за океане? Машину давай, бултампить.
Я уже уехал, ну в смысле, я не понял. Я понял, да. Блять, тут опа. Стена... А почему фонаря нету у тачки? О, Т, да, фары. Наступает ночь. Так, а откуда бензин-то? Из бензобака. Машина из бака. А, все понял. Ой, я тут воды натекло. Я еще... О, я умер. Почему-то я... Ты по блеватрону какому-то проехал, я тоже там чуть не сдох первый раз. А куда мы едем-то? Ну, на квест. На метку, да? А где тачку вызывать? Как тачку вызывать, Сань? Я полагаю, описание сам не знает, первый раз в это играет. А, в этом, там радио рации стоит. В домике? Да, да. Чуваки, еще грузовики без... Как это хуйня называется-то? Ну, короче, в грузовиках тоже есть. Тягачах, не грузовиках. В смысле топлива. А зачем записывать? Но мне интересно, сколько я пройду, например, игр... А у тягача где? Сбоку тоже? Да-да-да, вот, Саня, вот где-то вот здесь должен быть. Вот, вот, а, вот, все вот. Верю. Пойдем еще, вот тут, тут тягач проверим, может там чуть-чуть тоже есть. Сука. Да, есть. Но съебывай сразу же. Ой, на меня это, блядь, прыгучий. Сука. Все, пизда мне. Блять, он даже тачки убивает. Понял, 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 понял. Все, да, я понял свою неправоту. А, Disaster Relief on Site Package, это что? Это как оранжевые, это те, которые как раз нужно было сдавать. Это которые подарки, за да. склада? Угу. А что с ними теперь делать? Чисто выкинуть? Ну, в этот положи. Стащ! А может утра подождем, нет? Где мой тачка? В поле? А, вы там далеко уже. Да, люди тут пизданутые какие-то. А погоди, я гляну на них. Меня на какой-то вышке зареспавнило. Блин, где бы дробовик-то взять? Вы магаз нашли, пацаны? Да, он тут. Он стоит на метке как не раз. Стрел больше или меньше? Как мне сделать так, чтобы я к вам телепортировался, то я пиздец как-то далеко от вас. Да, сейчас сделаю. Да бля, отъебись от меня, пожалуйста. Все, можешь нажимать. Да, да, уже нажал, нажимаю. Нет, Денис, ты ушел. Блять, я ухожу, то все что ли? Походу, да. Жамкой. Телепортировался. Так, где магаз? Ножовка агонии. А где у какой колонки люди пизданутые? А, вот эти вот? Да пори горца, блядь. А, у вас тоже это, да? Угу. Что? Не сложно решать. Вы если сможете найти всех уродцев и пройдите игру на секретную концовку. Ну, я нажимаю disable, ничего не происходит. Collectibles вам предлагают проходить на секретную концовку, походу. Слушайте, походу баг какой-то, потому что я нажимаю... Ничего. А все остальные нажали? Нет, сайт. я закупаюсь. Блядь, а, ну нажми. Потому что сайт это, выйди из менюшки, записывай сайт это, закупание. Сейчас, секундочку. А то я опять без аптечек вам пойду. Все. О, это люди, которые... Да, блядь. Эльмарус не хотят, чтобы... Да заебали, блядь! Но в любом случае, я не куплен за фолловинг. Так, марля купить. А чё, ну только марля покупаешь, что ли, серьёзно? Императри... Трица. Кликер. Блядь, на туре одну марлю всего.
О, зацените, пацаны, тут дети. Живые даже. Пока что. Да, они, кстати, все равно лучше, чем киберпанки выглядят. Так, ну чё, ёпта, погнали? Да, я полагаю, да. А куда я пистолет судел, лол? Я пистолет продал, одну секунду. А все, него нельзя выкупить, блять. Почему? Там есть вкладка выкупа. А, я вышел, видать, и все, больше не могу. Сука, ну ладно, я с СМГшкой побегу, хули делать-то теперь. Пиздец. Вот это я лоханулся, конечно. Зато я куплю смазка. Для детишек. Ты долбоёб. Это так. 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 Во, всё, я готов. Я купил разрывные стрелы, так что все будет весело. А в коле к этой бабехе, она мне нравится. Почему к бабехе? Это вот же у нас квест. Не с данной, поговори с... Я понял тебя. С Ясиром. Ясир. Пук. Петя. Подождите. Я замкал. Слушай, они, по-моему, детям молятся, зацени, что творят вообще. Или у тебя они просто стоят? У меня просто бабёха и мужик, это на крыльях. Друзья, оружие Тахира, я же не могу ремонтировать. Ну ты посмотри, если на нем написано, если на нем отсутствует кнопочка, если показатели репейрсы оставшиеся. Как у Эскалибура, у него просто нету этого. Оружие сломано, смените, да. Я вот это не прочитал. А чинить можно? Так, а где моя тачка-то? А, вот. А я полагаю, нам потом перенесут их нам, наверное. Не знаю. Ну вот, я вызвал, и что дальше? Recall vehicle. А, ну вон она... А, ну вот, я зажал кнопку. А, ну вон, она заспавнилась в гараже, Сань. Вот же гараж. Вот они стоят, наши тачки в редик. Если пройдете стая базака, получите лучший лук. Так, это моя? Твоя белая всегда, Санька, насколько я понял. Угу. Ну и что будем делать? Обретать веру, очевидно. А где этот чувак? Как к нему попасть? А, вот он стоит. Жмите Б. 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 С тебя. Сань, тебя ждем. Сань, Б. Сань. Молодец. Че, фонарик-то выключили? Maybe I was wrong about you, stranger. So, any chance you'll answer my question now? About that medicine? Follow me, please. А я слышал, что стая Бозага довольно отстойная DLS. Там есть еще какой-то новый DLS про Средневековье или что-то типа того с отмененной игрой. И вот даже посмотрел. И там, да, там очень отрицательное, или в основном отрицательное в Стиме. Я полагаю, лучше это не трогать. Угу. Ебать, мы сходили. Нам это выходит. Визир и Харан, мы running out of ammo. I'm looking for anything that could save my friends. If you have anything. Yes, stranger, we do. We have our faith and our prayers to the mother. Faith? Понятно, сектанты сраные. А когда они стояли вокруг лужи и руками шевелили, ты не понял этого? Не, ну я надеялся, что они просто под бутератами. А. Вечер. Сразу видно коллегу из Питера. Я просто надеялся, что они просто хмурого въебали. Обычный пятничный ветер в парадной. Maybe. Ой. Кто пропускает? Слышь, псина. Прости. Level of trust. А, ну вот, понятно, вот это вот дрочево сейчас будет побочек. Ну, кажется, давайте сегодня сколько сможем пройдем и закончим. Я что-то нет желания дрочить, если честно. Так какая разница? Придется. Проходить.
сюжетные или побочные. Типа, блять, ладно, если бы это, если... Если бы ты пожаловался тут в игру. А тут мы все равно бегаем, угораем, хуйню страдаем, какая разница. Помогайте местным, бля, может местные нахуй пойдут. Я вот этой девочке помогу по луже попрыгать, парни, а вы там квесты поделаете пока. А че, вот эта вот девочка хотела с нами поговорить, но она сейчас недоступна почему-то, почему? Недоступна девочка. Может, потому что она несовершеннолетняя? Не, вполне. Когда это останавливало Сайдуда. А, ну давайте возьмем у этого дебила. Сайдуд сказал совершеннолетняя, значит совершеннолетняя. О, тут есть что-то, смотрите. The old lady been nagging me to post this. Короче, что-то надо сделать, я принимаю. Вот еще что-то. Я за тобой. Еще что-то. Еще что-то принял. Спуск в кроличье. А, и подожди, еще отверстие. Вот, вот еще один. Давайте по мере этого. Вы waiting for other players. Ну вы давайте примем, а потом уже. Подойдите сюда, зайдите, блин, на 2 секунды. Где за там? Сань, 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 сань. Все, accept. Night survived. Вот и ночь кончилась. Видите, блять. Violet Harris. Короче, понятно, хуйня. Ну почему мочить надо это в данжонах? Так, квест. А, смотрите, есть story квест. Stranger. А, ну это. Че, это типа помогите. The fuck? Try to help the locals, понятно. Ну что, давайте сайды тогда выполнять. Ну да, давай, веди куда-нибудь. Вот есть The Mechanic. Квест называется The Mechanic. Вон метка у нас появилась. Поехали. Это что? Поехали? Что это было? Мне эта девочка метка нравится. Короче, не понял. Я... Саня, да ты тут тачки попереворачивал? Нет. Сайду что за хуйня? Нравится. Это ребята, Петя, поднимите это меня. Это Петина машина, судя по всему, заспавнилась и все нам поломала. Это почему? Это моя, вот она. По парни, переверните меня. Сейчас, я пытаюсь. У меня граната есть, подожди. Это плохо звучит. Ты не в ту сторону переворачиваешь меня, Сань. Как не в ту? Во, во, все, спасибо. Спасибо, пацаны. Они жирно каждому. Нам с Биланом надо встречаться на заправке. С Биланом. Эбиляль! Эбиляль! О, грузовик! Наверняка тут дофига у него топлива. Есть, да. Я сливал с него просто в одном беда. А какая разница? Лучше у нас у каждого свой. А где у него бензобак вообще? Да вот же, еще, блядь. Все, нашел сливил. А, с другой стороны тоже есть, нихуя себе. Да. О, можно причем из обоих слить, лол. Да-да-да. Так люди узнали, что у некоторых машин больше одного бензобака. Ну, блядь, это ты тут автолюбитель. Ну, велосипед. Да, серьезно? А, ну у грузовиков, да. Да даже у УАЗа бывает больше двух, у любой машины в целом. Я даже не знаю, что такое УАЗ, чтобы ты понимал. Не знаешь, такое УАЗ? УАЗ. УАЗик, ёпта! Блядь, пацаны, у меня ситуация. Что случилось? Я застоял. А нехуй срать под фурой, потому что. Опять свои собачьи привычки. Вот и сиди там. А вот, за руль могу сесть. А ты мог, да, ты же можешь за руль просто сесть. А я не заметил этот просто. Там за нами кто-то бежит, в смысле. Бля, почему меня на пол хп бьют зомби? Что это за нововведения такие? Меня вообще нормально бьют, слушай. Но это хиллбилли зомби, они дикие. Это с этими, которые прыгали, да, мне сейчас на машину, и я их в воздухе сбил. Вы, кстати, вот видите, что по дорогам зомби идут? Вы знаете, куда они идут? Нахуй. Нет, они идут за Трампа голосовать. А за Байдена кто голосовал? Пиздец ты, демократ, блять. О! Вот я тут, короче, картинку видел, что при Медведеве доллар... Как говорят у нас в Техасе, демократ хуже гомосека. Ты чё решил нам Twitch канал угробить на всех уровнях сразу? О, заправка. Вот тут точно можно бензина себе полутать. О, только не стрелять. Так, the community managed to save Christmas and you will be rewarded for your contribution. Please look out for a docket. Да, меня жрут, сука! Как подло, пока я читал notification, меня начал жрать зомбарь. Пока ты читал notification, блять. Английский so much, мать твою. Сука, блять. А что не так? Да что не так? Блять, это по-русски, ты не можешь все сразу сказать. Что? Нет, не могу. Я не понял, а в чё, что не, ну, кроме слова notification. Знаешь, чтобы с его хелпингом залупаться, блять. На англицизмы.
Нет, ты просто начал сначала на русском, потом продолжил на английском, потом снова на русский. Так notification нормальное слово. Разве? Поднимите меня, пожалуйста, мне баба ебло отъела. Она рядом еще? Нет, она умерла. Вот это что такое? Она лежит. Погоди. А кто-нибудь играл? Как тачку ремонтировать? Спереди подходишь и F жмешь на нужные детали. Стаб за зомби кто-нибудь играл? Я. Игра про зомби была. Пацаны, бум! Бум-бум-бум-бум! Я тебя бум-бум-бум, ты меня бум-бум-бум. Воу! А чё это за живучий хер-то такой? Как, можно тебе башку расплющить, пацан? Спасибо. А мы здесь всё взяли, да, я полагаю? А чё мы чё-то взяли? Встретьте Беляля на газовой станции. Ну так надо Беляля найти. Он наверху стоял. Фак. А вид только от первого лица, да? Походу, да. Ты же проходил, или ты не проходил Following Sin? Нет, не проходил. А-а-а. Бля, что за с полетом, с дальностью полета стрелы? А ну, она всегда такая. Это оружие ближнего боя. А ты пробовал зажимать? Так, я что-то не понял, блядь, а что, где? На ключ, вот здесь какой-то мужик сидит, но я не знаю, это он, не он. Вот, Денис, он здесь, вот здесь вот. Денис. Блять, забор, сука. Ну, да, но он Беляль. Его зовут Беляль. Я думал, какой-то трогаш вообще. Так, дядя, что у тебя есть? Зажигательную серелу беру. Так, а тачку что там прокачивать, как навыки? Ну, там тебе надо сначала прокачать, чтобы крафтить хуйню, а потом уже... Ай, блять, меня бьют, сука, как выйти? Денис, он здесь, кажется. Так. Мид, Беляль, at the gas station. Да сука! Заебись, я не смог выйти из этого меню, пока меня били. Спасибо. Пойдемте за мной, я нашел, кажется, куда нам идти. А куда ты делся-то? Вниз. А, во. Это ты, Беляль? Нет, ты не Беляль. Это туалет вообще. Ты не Беляль, ты Белять! Тут ребенок на кровати лежит. Ребенок мертвый валяется. Сайда, держи себя в руках. А, во, пацаны. Как ни странно, мы его пропустили. А где он? Вот здесь он, скорее всего. Не написано ожидание других игроков. А-а-а! Какая-то дверь неприметная, я бы ее не заметил. Да, я тоже бы не заметил. Саня! Чего? Я ремонтирую эту тачку. Да тебе пока нечем ее апгрейдить, что ты там делаешь? Ну, в смысле, я вот собираю ресурсы. Болты он нашел. А мы дверь нашли, Сань. Ну, иду. Аня, сейчас еще вон газельку опускаю. Короче, в магазинах покупаете скрюс. Я не знаю, винты они у вас называются или как? Угу. Смотри, тут лысая баба. Трубы, наверное. Они нужны для крафта. А где магазин? О, слава богу. Наверху есть на крыше магазин. О, где-то здесь Белялька и жизнь. Че это он? А, Белал его звать. Беляль. Прости, рука в говне. Беляль или что? Белячь меня. Лыбится сюда. Выходу реально в говне. I'm just trying to help the people back in the city. Hey, helping the infected, you don't have to explain that to me. I get it. My bro got bitten about 2 months ago. Wait, 2 months? And he hasn't turned? I couldn't believe it either, but hey, there he is, still in working order, unlike this wreck. Just take a look at the board over there. Так же Петя с танком, как этот чел с машинкой играет. Понятно, короче, мы пришли к нему, чтобы он нам других заданий понадавал. Да уж. Посмотреть внутрь машины. Что, блядь, значит посмотреть внутрь машины? Даже зашью тебе свитер, говорит. Ну, открой ее и посмотри. Что, блядь, значит открой ее и посмотри? Это тебе не банка бобов. Then it's a good thing you're talking to me. Here's what you're talking to me? You. Бля, это день референсов, который никто не понимает, да? Да, я не понял, что так, к чему ты? Про
Что именно? You talking to me? Ну ты что, Такси Драйвер не смотрел фильм? Не помню такого. Граль автомобилист. Ты таксист, что ли, с да. Ди Каприо? Ой, с... Да. О, нам окраски дал, давайте раскрасим. Блять, с каким-то другим тупым итальянским фамилией. Пацаны, это кладовщик есть. Дель Торо? Так вот это он и есть кладовщик. 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 Технократ. А стоит смотреть таксиста сейчас, короче? Конечно. Если не смотрел. Прям сейчас смотри, Заки, мы сегодня, знаешь, что ты сидишь. Не, ну не прям. Прямо сейчас иди смотри. Типа, я не сплю. Денис, что ты сказал купить? Стальная труба и скрюс. Квартирмейстер. О, подожди. Подожди, кладовщику ему можно продавать только. А, у него, кстати, можно у этого чувака набрать кучу говна, ребят. Да-да, просто нажмите. А, наоборот здесь, да. Да-да. Разобрались, слава богу, все. Просто не мог понять, какая кнопка это в английской раскладке. Пришлось свет включать, блядь. Возьми свет. Где тут магазин-то был? Наверху, на крыше. Там чувак сидит, чилит. А. Так, что у него купить? Так, сначала продам. Ну, смазку сам бог велел купить. Этот без маски из дома не выходит. Я вообще без баночки сибирской язвы из дома не выхожу. Маска, силовой кабель надо, что ли? А, вот резина есть. Так, вон, за 180 стил тюбинг. Остальные марля, аэрозоль. Проволока нужна, что ли? Проволоки, по-моему, не было до раньше, да? Про проволоку не знаю ничего. Господи. Так, где моя тачка? Патроны, кстати, надо, винтовочный. А чё сейчас? Я в желтую тачку красил. Во, я себе всю хуйню прокачал уже, а кроме одного на второй уровень. Мне трюс крюсу не хватило. Как прокачал? В смысле прокачал? Ну, в смысле, ты вот смотри, нажимаешь J, открываешь скиллы, там выбираешь драйвер. А, зомби нападают. А, ты это имеешь. Второй же навык, который ты можешь прокачать, это второго уровня апгрейды. В машине у тебя по умолчанию стоят первого. Ты качаешь их, подходишь к машине, и если у тебя хватает расходников, то ты сразу же крафтишь себе апгрейды второго уровня. У меня не хватало. Улучшить транспорт. И что улучшать? А, нет, сначала надо это. Все подряд. Там слева у тебя на 5 деталей разделено. Так, а что мы делаем-то? Так, я пойду в баунти борд посмотрю и возьму там квестов. Давай, давай. А у тебя эти сайд-квесты вообще никак на карте не отмечаются? Ну, надо их выбрать сначала. А, подожди, ну-ка. А, не, вот как-то отмечаются что-то. Да, что-то отмечается. Так, баунти борд. А, стоп, это что-то хуйня. Ну-ка. Чувак написал, что мы какие-то геи и не хочет нас смотреть. Но я его за это забанил на 5 минут. Правильно. Не обидело, что написал, что не хочет нас смотреть. Правильно. Честь. Короче, я набрал каких-то, блядь, 500 тысяч квестов. Мне кажется, часть из них вообще со старой карты, из основной игры. Просто ну, нахрен тысячу, давайте миллион. Давайте цвета выберем. Вы выбрали цвета, да? Какие цвета? Ну, на машинку. В смысле, машинку? Я желтенькую выбрал. Я желтенькую сделал. Бля, я полчаса назад сказал, что я желтенькую сделал. А, ну ладно, я зеленую сделаю, да. А где вы это вообще смотрите? Это, кастомизация. А, ну я синенький буду. Да что такое-то опять? Кто там? Я поломал машину. Какая-то из моих частей была поломана. Это моя. Ага, понятно. Короче, тебе нужно теперь еще что-нибудь... Да что за, блядь... Господи ты, боже мой. Короче, я вообще на самом деле не знаю. Вот эти игры, они... Они не под кооп сделаны. Чё к чему? Наоборот, под кооп. Под капот? Ну, по капоту щёлку, у тебя там есть, типа, модифицировать. Ну, улучшить. А чё там, ремонт? Я не вижу, что мне ремонтировать надо. Ну это не у тебя, это у Пети. Да, я уже подсказка учнил. Вылезла одновременно из всех, потому что, как я и сказал, эта игра, она не... Сань, кнопка C, починить все, сразу же появляется... Не, зачем? Ну,
Если у Сани ничего не поломано, то у него нет. Ну и во-первых, а во-вторых, нет, там есть, разный процент сейчас... поломок. 78% у меня сейчас состояние. Починить 5 болтов требует. Ну похуй, починю. Вот 100%. Так, короче, надо что-то делать. Надо что-то делать. Хантинг Тауэр. Так, ща. Квесты. Вот, давайте, давайте исследуем таинственные шумы где-то там. Давай, погнали. Я пометил, погнали. Блять, заблокировано, Денис. Что заблокировано? Дорога. Ну, объедем, чё нам? Да как? Опа, полицейская тачка. А я по набережной поеду. Чё за бред? Красивее. Челны. Набережные Челны. О. Всё? Ради вот этого? Понятно. Чё, не проехал? Денис? Что не проехал? Я машину пытаюсь открыть. А. Ладно, без толку. Слишком тяжелый замок. Ой. 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 Это ж надо так приехать ко мне. Хе-хе. Вот это я лоханулся. Так, куда едем-то? Загадочные звуки. Едем, ну вот, на точку, на сосок, на оранжевый. Чуваки, а это... А что делать, если машина утонула? Вызвать ее. А что, перевернуто нельзя, что ли, шмонать? И... Не знаю. А, во. Кнопка М на русская, это какая английская? Why? N или M? М. А, М. Мягкий знак. М, да. Нет, нет, нет. Ви. На складке, что ли? Да у меня темно здесь. Где? В душе? В комнате. Или в душе. Или в сраке. Да, бля. Красивый. Не, хорош, надо завязывать у каждой тачки останавливаться. Ну, да. Да там на заправке надо было вам залутаться просто, и нормально было бы. Я себе почти полный бак сделал. Да при чем тут бак? У меня бак полный, я про запчасти. А. Обязательно пройдите квест Тольта и Фатина. Перед этим возьмите на АЗС квест жатву и пройдите его после... Не, мы сами разберемся, да. Там сообщение об упавшем самолете какой-то будет. После этого. Дойдите до квеста, жмякните, ладно, то есть заблудился малость. А я дошел до квеста, но тут нельзя жамкнуть, тут нужно парк обследовать. А, ну обследуй, обследуй. Mortal Kombat Aftermath стоит покупать вообще? Или как? Кто подскажет? Тебе мне кажется, нам сюда, Денис. Громко. Что? Да? Денис. Чё? Я нашел клон, ебать тут крипота. В колодец иди. Бля, пустите меня, я хочу тоже в крипоту. Колодец. Всё, короче, похуй. Вниз. Да-да-да, всё. Ебать! Там пиздюк. Ой, там кричащий хуй. Ну давайте пиздить, его пиздить надо. А, calm down. Сайта там Денис успокоил. Я подхожу, то, короче, кнопка успокоить. Я даже он его нахуй шею свернул. Я думал, там он его по голове погладит, типа, не шуми, все хорошо. Такая кровожадина. Почему, кстати, дети не разрубаются? Что за хуйня? Узнаете, кто запасал... Чё, еду в пещере? Дети — это еда? Бля, слушайте, под водой красиво, кстати. Угу. Цвет мочи. Ты когда-то плавал в моче пять?
Ты что, не знаешь, какого цвета моча? Так у него внутри рта глаз нету. Господи, Петя, это было отвратительно. Охуенная шутка же. Нормально. Я что-то потону, походу, посмотреть. Может, не воды? Не воды, а? Давай. Пристраивайся, так сказать. Сейчас накину. А вот здесь можно подышать. Я не советую, я тут нафунял. Денис весь воздух вдохнул и напердел туда вместо этого. Я всплыл, короче, не головы вверх, а жопой. Нет, сначала головой вдохнул, а потом это... Нет, я даже не вдыхал. Просто, да, из любви к искусству. Ой, мне сейчас кончится этот кислород. Ты больше не всплывал и не подышал. А куда всплывать-то? Ну там можно было всплыть, там был такой чекпоинт. Airdrop stolen. Airdrop. А вот здесь походу можно всплыть, похоже на это, на камеру. Да, да, да. Ой, я, кажется, куда-то доплыл. Не, мне пизда сейчас. А, не, ну, вот. Надо, Сань, аккуратнее плавать. Да вы слабые все, я вообще ни разу не дышал и... Видно. Что ж такие громкие-то, может? Ой, опять. Прости, двустволка. Ну вон, кишка внизу. Мы точно кишка. Не по кругу плаваем тут? Надеюсь, нет. Нет, нажми карту, смотри. О, там, походу, похоже, что-то похожее на финиш есть, да? Ой, блядь. Опа, взял, чувак, упал. Ну, долбоеб, что ли? Все. Блядь. Это Петя. Это не зомби. Это я. Это ты. Это Саня, не Петя. Чё такие пугливые. Воздушного кармана здесь нет, я проверил. Dying Light 2-то когда выходит вообще? В этом году, в следующем? Неизвестно. В этот... В EGS выходит, вот что мне известно. Он в Steam есть. И в Steam он выходит, что ты это пиздишь. Блять, этот Mortal Shell... Да, Mortal Shell тоже в Steam есть, но и он, его там нет. Чё? Ну, годовая эксклюзивность, наверное. Причем, по-моему, в Стиме на день раньше уходит, потому что там чудо... Не, у него нету даты релиза, у него Coming Soon висит. С Эдди я этот... С новым Left 4 Dead'ом перепутал. В Стиме он 21-го... Born to be Wild? Там Born for Porn какой-то, да. Born to be Wild. Back for Blood. Про него? Это точно. Ой. Возьму при первой возможности. Вот этот чувак лежит. Эти ребята. Я его ограбил на 18 баксов. Просто графическую новеллу про зомби Last for Cuck. Да. Господи. Мой смысл твоими шутками. Dark из Dungeon 2 в этом году, нихуя себе, с 3D графикой. Dying Light 2 переделал сюжет с нуля, ибо прошлое дело Авилон. Да они ебанулись, походу, там вообще с этой темой из-за Авилона переделывать игры. Ну а что он трогал за пипки всех? Да это поляки, господи, у них там разработка как у Киберпанка. Они чем больше будут ее откладывать, тем она хотя бы чуть-чуть играбельнее получится. Я там смотрю уже в Стиме куча скриншотов, трейлеров до хрена. А что мы сделали-то? Игра готова. Мы поговорили с каким-то бомжом. Ну он сказал там спасите моего ребенка, а мы его успокоили уже, и что дальше? Ну мы спасли. Денис главный по детям. Так, а что? А, ну все, мы выполнили его. Бля, да? Почему так. Сайт по сравнению с этим мужичком такой крест. Мелкий? Встань рядом с этим мужиком лысым. Ты тоже мелкий, блин. Ты еще и худой вдобавок. Встань к этим к лысому мужику рядом. Ой, блять. Бля, почему он такой огромный? Кто? Этот вот или этот, я? Да. Нет, нет, лысый вот этот хер. Встань рядом с ним, я посмотрюсь. Ну, блядь. Вот с этим мы одинакового роста. Давайте хайф уничтожим. Давай. Да вы всем прям Сашки напомнили. Куда идти? А тут квест не работает. У них какой-то. Хуй? Слушайте, у них квест какой-то есть. Не будем трогать их? Не, давайте потрогаем. Бля, а мы стояли у них полчаса, и вы не видели, что у них квест есть? Так, я нажимал, вы не... Давайте нажмите. Подойдите еще раз к нему. О, кроссбоу.
Кажется, сейчас нам дадут кроссбоу. Ну чё, сейчас обратно в пещеру, что ли, господи? Походу, да, мы сейчас этого чувака успокаивать будем. Это походу того же, ну с чуваком, который... Ничто, что гнездо прыгунов. А нет, это не то. Коллективный, алё. Денис, выбери его. А как он называется? Как он называется? Откуда он знает? Да хуй с ним, погнали в хайв, короче. Ну да, там разберемся. Блять, бля, почему эта хуйня работает через раз? Какая? Так как квест-то не отметил, что ли, что? Нет, да ничего не писалось. Возможно, это просто, возможно, это был не квест, возможно, это просто реплика была у чуваков. Да, и нам всех заставили 4 да, смотреть да. на это. Ну, потому что, блядь, польский геймдев, что ты хочешь. А серьезно, я могу как-то к своей машине пробраться без ёбани? Вот, без беготни по скалам, нет? Хуй знает. Я, кажется, ребята, до ночи эту машину сейчас сяду, потому что моя вообще в пизде где-то. Эй, кто меня проводит? Короче, я сейчас... А если я доеду до сейфхауса, вы сможете на меня телепортироваться? Или телепортироваться только на квест можно? Если какого-то персонажа найдешь, да, то сможем, а если так, то нет. Подожди, Петь, подожди! Блять, сюда нельзя ехать. Поехали. Ой. Второй Dying Light перенесли из-за скандала с домогательством Криса Вейлона. Да не из-за этого его перенесли, его еще до этого скандала перенесли. Они еще задолго до сказали, типа, все мы переносим, на когда, не знаем, не скажем. Ну, чувак, он написал, я что он говорит, то и говорю. А то, что за сюжет переделать, это, конечно, плохой, это звоночек, на самом деле. Да я думаю, они ничего там не будут прям сильно менять, да, они просто тоже не будут. Заменят, типа, имена там. У них что... У них что, денег, как у Rockstar, что ли, чтобы из-за такой хуйни всю игру переписывать? Нет, конечно. Потому что Вилон был ведущим сценаристом этих двух игр. А Dying Light и Маскарад 2. Зато он его, насколько мне известно, это... Pathfinder, это из Pathfinder его не уберут, или как там эта русская разработка называется. А первый будет поиграть, на самом деле, говорят, хороший RPG. Что? Pathfinder Kingmaker, который. А? Kingmaker, который? Да. Это, по-моему, уже для... Я посмотрел что-то для конченых таких уже. Ну да, это Divinity такой. Абсосов! В разы хуже. Игра для абсосов, нахуй. И Dealers, и Divinity. Мне не понравилось, я бы поиграл. Так, а как нам туда попасть? Наверх, что ли, нужно съезжать? А чего вы не едете туда наверх? Ну, а как создавать, эти самые чертежи? А, внизу, подожди. Для тачки. Второго уровня, все, я понял. 3-4 болты, и понятно, нужно болтов побольше. Во, я, кажется, нашел вход в пещеру. Да, вот вход в пещеру, и здесь начинается веселуха. Важная новость. В Киберпанк 2077 сумели раздеть Джуди. Ну, по-моему, это в первый день сделали, дружище. Ну да, там из-за бага у нее пропадала вся одежда. Сумели раздеть Джуди. Так, а как к вам сейчас телепорт? Ну, нет, мод это делать. Мы входим в темную никак. Область, не знаю. Ехать тут не очень далеко. Так у меня тачка затрепит сейчас. Что у тебя тачка сейчас? Далеко. В смысле, ты рядом с ней по карте. Да? Да, ты сейчас вот повернешь по дороге направо и выйдешь прямо... Бля, тут этот черт! Тут много да чертов. Да, господи, зацепись ты, ёб твою мать! Спасибо, игра! А, вижу этого черта. Это другой, того я отправил уже в реку. Чё сразу я-то?
Один есть. Тут еще один. А, вот моя тачка. Это не моя. Бля, нам, мне кажется, нам не это надо было делать. Да это. Не, с огнестрелом-то изи. Ой! Нам... Ребят, нам только не их надо валить, а их гнезда. Не... Посмотрите на задание-то. Ну, да, может, сначала надо... чуваков завалим? Ну, тогда мы... я упал. Могу. А вот что далеко, блядь. Вы по дороге ехали, да, или через... Да, по дороге. Попробуй срезать. Сайд, это ты где? Да я вот нахожу потихонечку в глубине пещеры. А вы мертвы? Умирать. Сорян, не заметил. Да кажется, тут стелсить надо, а не с пушками на голову идти. Ну, можно, конечно, попытаться, но что-то я сильно сомневаюсь, что это у нас получится с вами. Надо сюда ночью, говорят, приходить, тогда их минимум. Ну да, они типа спят. Ну, не, они не спят, они ночью наоборот выходят. Нет, я говорю, они сейчас спят, их там, ну, они да. Все потом. Ага. Почему я залезаю, у меня Денис на лице сидит, в смысле, рез на лице. Жопа Дениса перед экраном, как всегда. Неудобно получилось. Так, ну окей, давай что-нибудь другое. Так. Погоди, Денис. Лучше бы по нам раздели. А, это еще нет. Окей. Все, я сделал. Нихуя себе. Пока мы там, короче, отвлекали с Петей и чуваков, Сайд все сделал. Ну, как бы да, но теперь я не знаю, как отсюда выбраться, так что... Пацаны, ты можешь умирать уже просто, что? Так мы снаружи, ты что? Ой, ну, дадите квест какой-нибудь, ладно? Что ты заебёшь? Ты смертная, что ли? Ой, господи, я какой-то... Ой, какие-то страшные звуки. Так, как отсюда, блядь, выбраться-то теперь? Я выбрался, ёб. Дикий, прогоняйся нашу машину теперь. Вы идёте, раз блядь, такой просто... умный. А, так мы рядом с Сайдом, слушай, мы вот где оказывается. Ну да. Можем на базу, пещерки. Можем на базу, ребят, съездить, я машину свою пригоню, пожалуйста. Говорят, можете сюжет делать основной. Поехали. Да, у нас говорят, зайдите к Джастиру. Подвези, огонь. Пожалуйста. А, сейчас. Сайд, ты запрыгнул? Я к Денису сел. Блин, а моя где? А можно тоже кому-нибудь сяду? Давай на меня запрыгивай. Давай, пыш, Дениска. Бля, у меня кокуля вылезла. Ой, подожди, стой. А, так, не, погоди. Не, она, по-моему, все-таки далеко. О, что это было? Ты себя похилил. Петь. А, ты вышел? Запрыгнул? Нет, не запрыгнул. Как ее назвал? Все, поехали. Заки. Я пойду пока машину себе вызову. Призвать машину. Это я не туда зашел. Wait. Что вы делаете? Я ждем тебя. Так, а магаз тут есть? Да. В соседнем ангаре. А, вон, да, верно. Слушайте, а сейчас маску в натуре делать, что-то допить не могу.
С кем? С маской. С Илоной маской. С какой маской? С маской. С маска. Да ничего, ну для крафта предмет. Ну что ты? Что ты, бля, ёпта? Блять, а куда? Ну, это в жопу машина. Раку. Просто мусор. Так же, как вонючая жидкость. Можно бросить в врага, облив его спиртом. Отлично работает в паре с огненным. Есть ли среди деградков Вахолюба? Ну, я прошел все Dawn of War и Space Marine, например. Мне понравилось. А фигурки красишь? Нет. Даже не крашенных фигурок нету. Ну, даже обычных готовых. Основную игру давно, ребят, прошли. Здорово, Мамонт. Почти все части записи уже на лайв-канале. Завтра третья будет. А вы чё, куда пришли? Ну, сюда, к квесту, господи, там где метка? А. О, господи. Что это у него на лице? Солнышко. Смазка. You're one of the faced. Will you let me speak to the mother? You think she would speak with a stranger? No. Я понял, зачем эта маска, чтобы лицевую анимацию не рисовать. Ну видишь, подбородок двигается, значит, что делали. Подбородок двигали. Praise the sun side, это тебе говорят. Praise the sun. Sun, are you winning? Praise the sun. Чё? Выучили составной арбалет. Не уходите, да. Не уходите, не уходите, сюда подойдите. Стою. Я арбалет делаю. Это зачем ты на крышу для этого залез? Так. Что ты спросил? Я могу... А что-то он слабый. Они хотят решать нормально, да? Стальные трубки мне нужны. У меня все. Они продаются, по-моему, у этого. Ой, огнемет могут сделать, нихуя себе. Тут есть огнемет? Нет, это на этот. На топор там или на этот. А, улучшение? Да, это не уходите, не уходите, блядь, не уходите, блядь. Так. Мы арбалетных сделали. Я бесшумный пистолет могу сделать, нихуя себе. А по факту в Хайобе это все-таки олдовые кондовые фанаты, которые еще первые редакции помнят. Ну да, там же 200 тысяч книжек лора. Хуй изучишь все. А это изначально что? Это книжка? Хуйня это изначально. Не уходите, не уходите, не уходите. Денис, ты замотал. Сука, зачем? Что ты делаешь? Что ты делаешь? А что, миссия не будет? Не уходите, не уходите. Вот, тихо. Shift Looted Boulders. Они чувствуют себя в безопасности на полях, блядь. Ебаку в поезде нет, не находили. Перевод в реальном времени. Они венчуры аутсайд во время дня. Они венчуры аутсайд. Самый простой способ найти их, навестить feeding граунды. Куда, блядь, что, кто это нажал? Какого Федю? Федю. Waiting for the players to proceed. А что случилось? Почему? Тут мы нажали скейп. Я. О, звук доната. Здрасте. О, тихо. Feeding Ground. Они помечены Заки, на карте. Короче, понятно, если ты выходит. Играл в Довчик, то не значит. Да ты заебал там открывать свой инвентарь, Сайда. Так что ты не. Да это не я уже давно эскейп нажал, блядь. Не, кто открыл что-то? Зачитай. Закройте все, что открыли. Ну, донат. Печь, отчитай донаты. Там я два доната. Я закрыл сейчас. Макет пакета 300 рублей. Хочу Дениса. Говорят. Хочу Дениса. Хоти дальше. Приди. И Red Hot Pepe 100 рублей. Здрасте, Вахаёба тут. Зак, если ты играл в Довчик, то не значит, что Вахаёб, так что ты не больной. Денис, здравствуй. Спасибо за донаты. Подойди сюда, Петя. Ну, это подошел. Спорное утверждение, ну ладно. Все, мы все какое взяли. Какое спорное утверждение? Так, болты как делать? Мы сейчас можем болты делать? Покупать надо? Можно делать. Бля, нахуй я крафтил составной арбалет, если у меня есть составной арбалет. Да я тоже хотел сказать, но Денис заставил меня замолчать. А у меня не было. А где их делать? Да он у тебя Фига. Есть. В чертежах. Нет, я этот, я имею стрела. Арбалетная. Там же. Ой, я, кстати, мачете корик могу делать. А, он слабенький. Ладно. А продать. Почему я продать не могу его?
Здравствуй, Денис. Что делаешь? Привет. Жду вас всех. Тормозов. Бля, Денис, что мы делаем? Ну, мы все квесты собираем. К квесту подходим. Нахуя? Мы не будем больше в это играть никогда. Зачем мы, блядь, собираем все квесты? Ну, чтобы... Мы же не знаем, что нам делать надо будет. Проще собрать сразу, а потом уже ехать и делать все подряд. Уроды, блядь, вкладка называется. Сразу что там не наша фотка из бара. Не, настолько я так понимаю... Кто опять открыл что-то? Веселое, но... Саня, но там выигрывает тот, кто задонатил больше. Сайду бы понравилось. Вот, обычный болт я могу сделать сейчас, тихо. Так, создать. Саня! Заткнись, нахуй. Пиздец, блядь. Он по одному же делает? Ты не понял, что у тебя написано, сколько он делает. Ты наводишь там количество... Ага, ага, все вижу. Так, ну хватит. Все, иду. А ты что там сайд? Ты Б нажми. Зачем идти? А, Б нажми? Да, конечно. Не могу. А вот сейчас могу. Зажми, Саня. I'm thinking about heading to Aircon's farm. You're crazy, mister. Ты не оправдываешь свою единичку рядом с ником. Хочешь, я ее уберу сейчас? Я просто... Что ты сделал? Это Киану Ривз? Мы... Что происходит? I heard you might be able to help me. Jazeer said you worked at that farm? Work there I did. True. If you really do want to go there... Бля, ссать хочу, пойду ссать. Давай, давай. Я тоже. There's a hole in that highway. На бордершафт. Так, узнайте подробности у это у бабы, короче. Петя, много пеникса прошел-то? Нет, на стриме сколько прошел, столько. А, и все? А ты какого полуперсонажа создавал? Бабу, по-моему. Бабу? С женским голосом? Ты вроде бы. Ты же вроде ссать хотел уйти. А, нет, это не ты хотел уйти. Не заставляй меня. Так, чотер, опять помогать местным, да ёб твою мать. Не-не-не, у меня задание, узнайте подробности УСГ, лагерь, лазай, в смысле, задание называется, посмотри, ну, у тебя так, есть. Так это сайт, ну давайте его делать, да, все, он помечен сиська у нас. А вообще оранжевым, не белым, так что, возможно, это не сайт на самом нет, деле. Нет, ты когда выбираешь сайт, он начинает помечен на оранжевым быть. Понял. Так, наверх, на второй этаж. Где второй этаж? Вот второй этаж. Хуя себе. Зачем что бабу здесь на чердаке есть? Подойди к ней. Что там, сайт? Смазка опять? Подошел. Что у него во втором этаже? Чердаке, зацените. Вон. Че вон? Ты человека живого первый раз увидел? Да. Ясно. Кстати, заметь, это она, походу, лесбуха, у нее на кровати баба лежит. Это ее подруга. Если на кровати баба лежит, то это сразу лесбуха, что ли? Вот, котенок у нее на стене, зацени, Петь. Не котенок, а кот. Уже. Ну, это Кетя. Все стеснялись нажать стрип кнопку, я понять не могу. Только ты смелый. Нет, это не она. Это что осталось от нее. Она была самой счастливой человек, который я когда-либо знал, но теперь... I'm sorry, but... Пиздец, сегодня Серега прошел 18 километров пешком. Охуеть. А я просидел 6 часов на жопе. Я просидел 18 километров. Я на почту ебал ходить, потому что там 2,5 километра идти, ну нахер. Да я за сигаретами до ларька ебал ходить, хотя метров 200. Yeah, of course. Не, ну 200 метров. Я заказал себе их на завтра из перекрестка. Я, короче, до весны вообще не буду ничего заказывать, чтобы на почте забирать. Так, что теперь? Почему? Отомстите за семью. О, отомстите, отлично, потому что... это будет экшон. Ты у меня спросил, Петь? Да. Ну, чтобы... Ну, потому что я не могу на велике ездить зимой. Ну, когда там будет где-нибудь плюс 10 снег стоит. Плюс 40.
Я начну кататься на велике, когда будет плюс 50 в Питере. Это вот для меня комфортно. И следующим летом, блядь, аномальная жара. И Денис такой, блядь. И Денис такой, блядь. Да, да. Что ты будешь на себя надевать в плюс 50? Ничего. Ну то есть это будет картина устрашающая вообще всех. Голый Денис в плюс 50 на велосипеде едет, обильно потея при этом. И велосипеда без седла, да? Так, у меня топливо заканчивается, пацаны. А попливо не заканчивается? Был, да? Да я там обколесил полкарты, пока до вас доезжал. Ну, не знаю, не знаю. Че такое, Сань? Зомби сбил. Они бы, кстати, сделали бы испытание в натуре, чтобы кто быстрее до миссии дает, тому плюху какую-нибудь давали бы. Есть такое испытание. А, да? Окей, так. Вообще-то 20. Ой. Или даже меньше. Ну, в обратную-то сторону еще 2,5 километра идти, так что это 5 получается туда-сюда. Это прям... А что нам тут делать надо? А, там сидеть за семью. Блять, а где вход-то, ёбаный в рот? У тебя граплинг-хук же есть. Твоя правда. Нихуя себе! Меня тут встретили. А чё, где враги? Ну вот здесь, на территории. Не знаю, трейдер. Я в Сидж играю. Ой, бля, тут бронированный чёрт! О, бандит хант. Блять, пацаны. Принимайте, отвлек... принимайте, на аж, зажмите аж. Я не успел. Саня не успел. Он в доме, что ли? Как туда зайти? А, ну вот он походу один остался, кто его убьет, тот и победил. А ты вообще его убил. Да, походу, да. Саня всех убил. Чего? Да, все. В смысле? Я троих из четырех убил. Но ты же не участвовал. Ага. Ты всех убил, а нам никого не оставил. Вот мы и посоревновались. Удостоверьтесь, что все бандиты убиты, это как? Ну, потыкай палкой. Воу! Господи! Какая-то мразь сюда прибежала. Ой, тут это... Тут некрасиво. Чё, ты там зеркало нашел? Эх, старая шутка про зеркало. Ну, старая. Я только что ее пошутил. Ну, ты да. Ебать, смотрите, какая там толпа зомби на улице. Они ждут, пока я на машине их перееду всех. Ну в этом доме что-то не... Я кого-то слышу, блин. А, во-во-во, внизу. Помечен внизу. Во, в подвале, где-то здесь. Где-то. Может, он под текстуру провалился? Во-во-во, подвал, пацаны. Первый этаж. Я из него двух сделал. Смотри, тут еще больше подвал есть. Это подвал Сепшн? Вот, я только какого-то дядьку нашел. Экран. Дядька по имени Экран. Сейчас приду. Не говорите в микро, а куда мне говорить? В макро. Гении мыслят одинаково. Сейчас приду. Just kill me. Why? How could they? Эркан, is that you? Coward. Kill me. Hey, Эркан. What could I do? You're safe, man. Get a grip. Your daughter's alive. Shoot me, please. I want to join them. Coward. Какой-то неадекваша. Your daughter is alive. She's at Jazeer's farm. She needs you. She needs you. For fuck's sake. Что заладил-то, блядь? Трус такой, да, в тишине. Jazeer, you there?
Look, I don't know how this happened, but Эркан is alive. He's a wreck, though. Проверьте источник шума. Listen, he doesn't know me, and I can't get through to him. He's in deep shock. Look, the farm's clear, so I don't know. Maybe you could ask your guys to bring him back. Of course, of course. We'll take care of it. Thank you. Of course, of course. А, ну все, выполнено. Какой источник шума тут был? Куда он делся? Хуй знает. А, ну это как раз этот дядька шумел, типа, в подвале. А, тут теперь сейф зона, кстати. Было бы прикольно, если бы это была крыса. Я тогда это на задание поехал следующее. Там потом телепортимся. Помните, какая крыса была в Bard's Tale? В подвале. Нет. Большая. Окей. А, блять. А Fast Travel-то вообще есть в этой игре? Я думаю, нет. Привет, Сьюзи. Блять. Вообще имело бы смысл на самом деле без между этими перемещаться фастриолом. С разработчики правда. Там что-то кнопка есть переместиться, но что-то не работает, или я не понял как. Не знаю. Так где гараж? Там... Не знаю. О. Пацаны. Чё? Вы чё, замолчали резко, я думал, я вылетел нафиг. А кто-нибудь слышит сет, это почему он молчит? Вы за киноходе? Да. Ой, слышит всё-таки. Почему вы смеётесь? Тебя нахуй послали. Понял. Я оба бехи. Петя, Саня. Я с тобой. Это Петя, значит, или Денис там что-то шкапошится. Я копошусь. Тачку еще. Ну и чего, как вам нравится это дополнение? Очень. Значит, не особо. Лучше. Я, пожалуй, пройду его, но один. Ну это как и оригинальный Dying Light, надо, да, садиться и проходить вдумчиво, там, говорю, часов за 40, если хочешь. Мне кажется, это не для кого-то игра, тут рудимент какой-то. Мне кажется, это дополнение для одного больше, потому что здесь есть тачка. Ну тут герой как бы один, ты когда вот все берешь задание. Ой, я похилил зачем-то. А герой тот же, что из оригинала, или это? Да, конечно, тот же. Тот же. А вообще героя ты выбираешь в начале игры, я забыл? Нет. Нет? Нет. У него голос есть. Денис это фапает на него. Не, озвучено угарно, живенько. Twitch Better TV эмоции, может быть... Ты, Петь, на кнопку можешь нажать? А, ты едешь. Нажимайте, ну, подходите, я готов. А его можно нажимать и во время тачки. Да, просто меня выкинет из тачки, останется, да. Там, угу. Поле стоит. Спасибо. Ты сделал больше для нее, чем кто-нибудь в этом годфорсакен месте. Look, Eski, I've seen a lot. The only thing I can tell you is eventually it will start to hurt a little less. Don't patronize me, Kyle. You think she's the only friend I've lost since the outbreak? It's terrible. I'm getting so numb it almost doesn't hurt anymore. At least this one will get her father back. Erkan's alive. They'll bring him here. Oh? He survived? Oh! Well, I guess she'd have been a little bit happier if she'd heard that. Власть Плаза, по-моему, довольно унылая игра, не знаю, я не смог осилить. Да это Far Cry, Far Cry, только со своими фичами. И польский. Только польский, да. Что придает, конечно, некоторой безалаберности игровому процессу. Колорита ты хотел сказать? Нет, я хотел сказать безалаберность. Колорита от слова кал. Да. Калория. Говнорита. Ну, короче... Бля, мне девчонка качелями по ебальнику стукнула. Играет... Сожги ее за это. Dying Light очень приятно, вроде бы прикольная игра, но что-то немного надоедает. Поэтому я ее не прошел. Но получше, чем Dying Light. О, амулет пули. Тестировал, ебать. Вон какой-то баги Грейл, можно к нему сгонять. Чё-то беги, как, беги, беги, мне нравится название, давай его. Get to Silla Struck stranded on the highway.
Let's go. Ну даже а, если эта хорошая, то я не думаю, что здесь уже сильно часто. Я должен был тебе помочь. Вот стаб за зомби, там охуенный сюжет был. Слушайте, а тут оружие можно выкидывать? Выкидывать? Ну конечно, да. Икс, по-моему, да. Нет, а вы можете подобрать его потом? Да. Оно вываливается на землю. Я могу немецкий пистолет. О, господи, это надо наверх как-то забраться. О, на машине? Крик, а, вон там вот. А, ты видишь? Ага, понял. Я просто не знаю, на машине или... А, наверное, не на машине. Зачем на машине? Блядь. Прости. Хобана. А я упал. В преддверии выхода второй части неизвестно вообще, когда она выйдет. Опять куча зомбарей, короче. Так, у этого где бензобак? Это не то вообще. У трейлера. Хуя, у него тут. Ебать, там диск, это Петя кого-то нашел. Почему я тут, Денис вообще стоит? А. Слышу донат. Пирожок дверь задонатил 50 рублей. Если Денис будет кататься при такой жаре, он будет шкварчать. Рот твой будет шкварчать. А пирожок дверь он написал английскими словами, если что. Но вы сами догадаетесь. Сань, ты можешь нажимать на кнопку, ты уже подъехал. Да? Ну да, мы наверху тут тебя ждем. Вот это точно за Трампа голосовал, я по акценту слышу. А что ты против Трампа имеешь? Байден лучше, что ли, по-твоему, Денис? Мне на обоих на них похуй. Ничего не имею. Просто за Трампом шутить смешнее. Ну да. Жалко, что не... О, ребят, у него можно купить всякой хуйни. Включай, кстати, улучшение второго уровня для... Лубрикант зачем-то. Сайт, я купил лубрикант. Пошли в трейлер. Звука нет. Я воздержусь от твоей в компании, пожалуй, в этот раз. О, у меня тут какая-то мина есть. Я у него... Так, а все, мы выполнили квест, турбины. Понятно. Походу, да. Понятно. О, Clear the Area, вот это наверняка хороший квест, мясной. Clear the Area, вон там вот у сейфхауса у какого-то. Сейчас я тачку заапгрейжу. Да, мне тоже надо, кстати. А мне чё-то лень, пацаны. А там 5 кнопок нажать. А что дает апгрейд тачки? Ну, характеристики повышает. Ну, скорость, как... крепкость, всю хуйню. Урон по давлению по зомбям? Ну, типа... Не знаю. Это так. Может быть. А может и нет. Так, а где моя тачка? Блядь. А твоя тачка помечена белым, Сань, у тебя всегда. Белая, ну, блядь, тачка, это мне твоя. До ней сейчас бежать. Так в смысле? Да ты же прямо рядом с нами, ты же доехал до нас уже. Ну? Ну, так она там, вот она, ты чё, она прямо под квестом, Сань, я её вижу. Да нихуя она... Да, подожди, плейс, вот, синяя метка, Сань, это твоя тачка. Ну? Что, ну? Так она далеко. В смысле далеко? Это там, где только что мы квест сдали. Так мне проще призвать, это призывалка тачка, а не это. Блять, нет, это тачка твоя, Сань. Сами вот синяя метка, ты чё, вот ты сейчас на неё бежишь, ты уже там в 20 метрах от неё, ты видишь её? Да. Ну и чё ты? Ну она далеко всё равно. Ты охуел, блядь. В смысле, блядь, далеко? Пиздец, блядь. Ты по-пластунски к ней ползёшь, что ли? Саня, такой в игру в открытом мире зашёл, блин, мне до квеста 30 метров идти так неохота. Он далеко. А как-то еще можно качать машину, то есть, в смысле, вот навык, кроме как давят. Кроме как... Да, да, меня тоже это раздражает. Потому что я их уже 500 человек задавил, а ничего не прокачалось толком. Хороший вопрос, хороший вопрос. О, можно нитро сделать. По
Привет, пацаны, тянки. Опа! Нет. Так. Мы, кажется, приехали. Ага. О, я слышу, как там это. Сколько их там? Плакальщик. Заебись, я в яму заехал. Ой, он в нас кидается! Ничего себе, блять, он меня каким-то бетонным блоком кинул, паскуда. Там нам еще это в спину кто-то стрельни в спину. А, блять, вот он где. Да бля. Сейчас еще что-то кинет, опять кидает бетонную хуйню. Вы там танка нашли? Да. Какой-то босс, которого... Вам а что-то у него хп вообще не отнимается, да? Да-да-да, я тоже вижу. Подожди, наверное, надо как-то иначе с ним бороться. Подождите меня, я хочу посмотреть на него. Ну-ка, может... А ну-ка. Чё я до вас не могу это... Есть контакт? Да, блядь, иди нахуй. Так, clear the area. Ну, не знаю, что-то... Наверное, что-то другое надо делать. Значит, пытаюсь его в ВКПшку дать. Возможно, у него броня какая-то есть, просто мы ее не видим. А, это этот такой. Блять. Плакальщик. Какальщик. Ага. Да ты заебал. Спасибо. Может, у него какие-то слабые места? Я по рукам ему долблю, по 150 очков за выстрел получаю. Ты что ты тут делаешь-то? Чему? Чмошник. Так, только не говорите, что это у нас уровня не хватает, чтобы его убить. Сейчас я приду и убью его. У меня вообще полоска не двигается. Чё-то мы явно делаем неправильно. Ну, кстати, да, хп я... Ну, в смысле, очки я с него подожди, получаю. Стоп! Вот он падает. Или что ты сделал? Нет. Да нет, ты его станешь чем-то. На спине снести броню в ближнем бою. А-а-а. Господи. Ой, блядь. А-а-а, блядь. Ох, блядь, я сдох сразу. Сайдет, помоги. Помогай, помогай. Спасибо. Где у него спина? Обычно... Да как это сделать-то, что, блядь? Может... А почему в ближнем-то? Может, стрелять можно, нет? Я пострелял, блядь. По-моему, вас затралили. А может кто-то отпонить от меня и поднять, да. Так, у меня я есть ландмины, я попробую ландмины поставить, может они прокатят. Так. Блядь, даже дождь не спасает от удара, фить. А, нет у меня ландмин нихуя. Да что, как ты меня убил? Были же вроде. Нас затроллили, понятное дело. Забейте про спину. Mm-hmm. Шутник ебать. Может, бан нахуй. Да, а где ты, блядь? Я думал, ты внутри. Oh. Куля тут опять как псина где-то забился в щель в какую-то. Потому что меня так закинуло. Не, вот тут что за бред? Говорят, по спине бить милишкой. Доброе утро, Заки. Слушай, да я какую-то активную штуку у него вижу на спине, где-то вот. Активную? Да, вот какая-то кнопка... О, что-то снеслось? Чей-то... Или нет? Или мне показалось? Нет. Это чей-то болт был. Я... Да, о, во, слушайте, у него сносится. Я, смотрите, я как-то... Мы ж как-то сейчас ему снесли хп, вы видели, да? Угу. Ёб твою. А как? Куда вы? Стреляйте по голове с дробовика. С него спадет шлем. Мне кажется, это тоже пиздеж. What the fuck, motherfucker? Не, ну его сплэшом от взрыва где-то было. Что? Ну как ты, я сейчас ему попал? Короче, вот этими стрелами... О, всё, с него броня спала. Броня слетела, да. Ну это какой-то пиздец. Мы её с него сбивали полчаса.
чем вот мы даже не понимали, что мы что делаем все правильно, да, или неправильно. Это... Ну почему? Мне очки дамага проходили, ну в смысле эти самые. Ну это выглядело как пак, типа очки выглядело тупо. Хп не отнимается. Ну вот это как раз тот самый безалаберный польский геймплей. О, а теперь и шапка слетела. Мономаха. На воре и шапка горит. Не Dark Souls, конечно. Он запаковал что-то? Начал бегать и жопу мне растоптал. Я не знаю, зачем вы внизу там все. Я сверху сюда постреливаю по нему. Для иммерсивности. Ну, кто-то должен отвлекать, да. Все. Левелап. Куя у него рейндж, блять. О, стрелы мои посыпались. Я сейчас руками, короче, каждую подбираю. Я тоже подбираю твои стрелы. А где труп? Слушай, руки убрал. А где его труп? Его труп еще. А, вот он. Да, видимо, мы все облутали. Не-не-не, его труп вот он лежит. Я думаю, колесо. Тяжелая демонтажная. Денис, короче, это дезинтегрировало нашего босса. А где труп? Что дезинтегрировало? Вот ты прям сквозь него у меня бегаешь, Сань. Здесь много проектайлов было, которые надо подбирать. Он это. Игра решил, что я лучше выкинь вот туда подальше. Но, опять же, учитывая, что это польская игра, я бы не удивился. Да-да-да. Еще погнали тогда заканчивать. Босса мы убили, я думаю, на сегодня хватит, в принципе. А мы еще не помогли всем этим бомжам. Ой, я упал. Прям. Куда ты упал? За забором. Да, бля, иди нахуй. Пиздец, я сверху упал. Чертеж взяли, какой-то говорят. Наверное, выпал из него. Помогите, пацаны, я в заборе где-то застрял, валяюсь. Не вижу тебя. Так, у меня тут зомби, сейчас, я секунду. У меня патроны кончились, хп кончилось, все кончилось. Бля, вот этот крафт просто нахуй, вот эти полторы секунды ожидания, зачем они нужны в этой игре? Спасибо. Блин, я в киберпанке на ёбаный крафт потратил, наверное, часов 5. Или даже больше. Так, труп я так и не нашел, блин. Так, не, Сань, он исчез, труп. Мы же тебе сказали. У Пети он был. Не, я из него кувалду забрал. Нет, ты, возможно, Сань его облутал, и он исчез? Я нет. Он сразу исчез, как упал. Он у меня исчез, но он у меня появился в другом месте. Ну, в смысле, на метр там правее, левее. Ну, нет, нет, я прям вот тут сейчас... Короче, я к магазу поехал, у меня патроны, и вообще все закончилось. Бля, вот это топ-реализация просто. Ой, бля. Да ёп! А чё ты в меня вдамажила? О, есть квест Going Postal. Почтовое безумие? Да. Сейчас только это патроны закуплю, а то все закончилось вообще. Слишком большой ценой мы завалили того великолепного лучезарного босса. Блять, ночь наступила, сейчас эти будут ебать. Сейчас мы поспим просто. Кто мою машину забрал? Почему моя машина не белым цветом светится? Не я. Кто на белой машине уехал? Ну я на белой, но это моя белая. Она не белая, для нас она твоего цвета. Ну то есть бирюзовая. Господи Иисусе, вы меня выпустите? Пизда, блядь, ёбаная. Господи, за мной несется этот уёбок! Блять, страшно-то как, он быстрее машины, парни. Да. Вот этот ночной бегун. Он, кстати, в машине может тебя выебать. Да, 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 он этим сейчас и занимается. Говна кусок. Ёбаный. Драйвер левел ап. Ну, спасибо. Так, парни, я к вам еду, спасите меня от него. Сейчас мы поспим, все хорошо. Господи, какой он быстрый. Вы-то поспите, меня-то ёбнут. Мы с твоим трупом поспим.
Так, спасибо, Сайдет, за мотивацию выжить. Пожалуйста. Видишь, как приехал, блядь, сразу же. Прям за мной бежит! О, причем это другой. Ой, еще один сзади, еще один сзади. Блять, еще? Что за замес начался? Так, может, за это задеть внутрь, там проще. Это сейчас мы фармим, ты что, нормально все? Вы сейчас все патроны разъебете, и вот вам будет фарм. Я вообще патроны не трачу. Ну давай, тихо делать. Вы не забывайте фонарями-то про него на него светить. Я забываю. А я говорю, не забывайте. Так он все равно забывает. Фуф. Спасибо за деньги, пацаны. Разговнили. Все, вы закончили? Все, да, да, вроде всех разговнили. Пойдемте да спать. Ну, Сайдет, это пунктик на тему того, что да. Мы все в одной кровати? Мы сейчас заходим, короче, знаете, в помещение, а то Сайдет такой в соблазнительной позе на кровати лежит и улыбается. Бля, так и есть. Я тебя через окно вижу, извращуга. Прости. Сюда небольшой. Заходите, давайте. А так эти, зайди в дом с ружьем наперевес. О, есть, короче, перк, который позволяет мины за машиной сбрасывать, да, когда, чтобы вот эти херы за тобой не... А, нет, еще есть ультрафиолетовая лампа. О-о-о! Иди покупайся там. В смысле, покупай все. Ща-ща-ща. Это я Пети, который, блядь, что-то туда-сюда бегает. Один матрас на четверых, да? Но мы же одно целое... Отнимаешь и тачка, блядь? По лору с игры. А ты, наверное, на Пети уехал. Да, я, наверное... Есть факт, ты из городков самый умный. Ну, у Лёни два высших образования. У меня самый высокий. У Скипа 3, по-моему. Скипа 3, ну вот кто-то из них меряется. У Заки покупной. Так, а где моя точка? Чувак. А, у меня зелёный. Ну, понимаете, ты можешь меня... вызвать её сюда же. Я вызвал и найти не... Вот, наверное, ага, всё. У Демьевича просто это как бы да, но он в доту играет, это дело такое. Балансирует немножко одно его выше. Почему крюк бесконечный? Потому что польский геймдев? Легут бутербродиком. Да, они меня однажды пытались в ноги положить, но я пятки покусал. Чё? А так, вспомнил шутку какую-то, от из неё выжить. Не обращать внимания. Да Техлон-то нормальные поляки. Ну, в смысле, компания-разработчик. Они гонслингеры. Нормальные, но все равно поляки. Да-да-да. Первый и второй Call of Juarez отличные тоже. А, просто у них иногда клиника случается и выходит картель какой-нибудь. Первый и второй сюжет. А, кто спрашивал, зачем нужны лубриканты? Они нужны для крафта третьего уровня обвесов на тачку. А как у тебя, Денис, называется в английском вот эта вот смазка? Лубрикант? Да? Ну, лубрикант. Если тебе это легче. Сказали, смотрите, крюк бесконечный, потому что Новый год, как и урон от падений. А на нем разве был колдаун? А сейчас чья-то тачка упала с неба, это что было? Да это кто-то призвал ее просто. А. Это польский геймдев призвал ее. Супер молотов у меня есть 3 штуки. Ну-ка, ребята. Перерыв. Лубриканты нужны для одного матраса на четверых.
сайт это смазать, чтобы он с кровати соскальзывал. И не мог залезть. Че я-то, блядь, слышишь? Ну потому что ты псина. Вот почему. Сижу, никого не трогаю, тут токсично меня начинает петь. Блядь, это твои больные фантазии. Будете прыгать. Как с горки. Как дети с горки. Так, кого ждем? Денис, он уже на кровати. Саня. Уже в соблазнительной позе тут. Дети с горки на санях. Сань, у нас тут красивая поза. Походу получается. Вот эти вот экипировки очень нелепо выглядят. Будет ли сегодня у нас еще стрим? Мы хотим в Сич сходить потом. Я бы на месте пацанов уже закончил с этим дополнением, откровенно говоря, но вот Денис что-то хочет продолжать. Ну да. Да не, можем нахуй забить вообще. Пошли в Сич, если давай мы... еще один квест закончим. Конечно, и... кажется, пока нет в онлайне, поэтому можете пока поиграть, наверное, еще. Ты разрешаешь нам? Да. Спасибо. Не, можем закончить, я в принципе жрать хочу. Как давай, я тоже закончил, да. Давайте один квест закончим. Нет, давайте все. Зачем тебе, блядь, что ты прицепился к этому одному квесту? Ты полчаса ныл, что все надоело. Зачем тебе сейчас один квест? Пришли-то, блин, нахуй мы у кровати все сидим тогда? Ну, короче, понятно, Саня просто хочет поспать сюда в одной кровати, точно конец. Все, пока. Ой, все, блядь. Ой, все, блин. Тем более, что утро уже наступило. Давайте выходить, короче, все, вы заколебали. Ладно, спасибо всем, кто смотрел этот позор. Всем да, пока. Это не очень приятное было, конечно. Всем пока. Пока.